Стрелс. Виноградов. Рябко. Рябко поднимает мяч, через себя пробьет. И Анатолий Рябко привык к тому, что на этом Кубке России у него летит все. Ну и мы привыкли к его красивым голам. На самом деле, действительно, Рябко, он, во-первых, является лучшим бомбардиром Дельты, на минуточку, на этом кубке. Ну и привыкаем мы к тому, что у него некрасивых мячей, похоже, здесь не будет. Сегодня это первый. Да, Стрелс.